Говорит Аль-Масаил валь-Ахкам аль-Мустафада мин аль-Хадис. Какие вопросы рассматриваются под этим 127-м хадисом? Первый вопрос. Иза таямма мар-раджуль ва салля. Первый вопрос. Если человек взял таяммум, после этого прочитал намаз, основываясь на этот таяммум, сумма ваджид аль-ма ба'да хуруджиль вакт. Потом, после того, как время этого намаза уже вышло, он нашел воду. То есть прочитал намаз Зухр, и после того, как уже настало время Асра, он нашел воду. Нужно ли ему заново перечитать Зухр? Кали ибн Кудама тель-Мугни, сказал ибн Кудама валь-Мугни. Ваджумля тузалика, и вообще этот вопрос рассматривается так. Анна л-адим бильма фистафар, то, что тот, у которого нет воды, и он находится в пути. Фистафар это как пример просто, даже если дома годится, так? И засалля бит таяммум, если человек прочитал намаз таяммумом, сумма ваджид аль-ма, а потом нашел воду, ин ваджадаху ба'да хуруджи аль-вакт, если он нашел эту воду после того, как время намаза уже вышло, фала и'адата алей иджма'ан, то он не обязан заново читать тот намаз, который он прочитал на таяммуме, по единогласному мнению обладателей знания. Кала Абу Бакр ибн аль-Мунзир, сказал ибн аль-Мунзир, аджма'а ахлю аль-илм, единогласные обладатели знания на том, аля анна ман таяммама ва салла, что тот, который взял таяммум и прочитал намаз, ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة, а потом нашел воду после того, как вышло уже время намаза, ан ла иадата алей, то что он не должен возвращать намаз заново. Интаха аль-мурад. На этом закончил слова имама ибн Кудам. Исходя из этого, что ты отсюда понял? Что если у тебя не было воды, или была у тебя вода, но ты не был способен ее использовать, исходя из этого, ты взял таяммум и прочитал тот намаз, время которого у тебя зашло, а затем нашел воду, так и стал, или стал способен взять малое омовение, но уже после того, как время намаза вышло, то этот намаз, прочитанный на таяммуме, ты возвращать заново не должен. Понятно? Более того, возвращать его будет неправильно. И в этом вопросе есть единогласное мнение обладателей знаний. Следующий вопрос.